На часах 8 утра, а участники пробежали уже почти половину дистанции. На Одесском полумарафоне жарко в прямом и переносном смыслах. В этом году за первенство на дистанции 21 километр соревнуются спортсмены из США, Эстонии, Франции, Испании и почти всех крупных городов Украины. На полумарафонскую дистанцию вышло бежать сегодня 900 человек. Это действительно хороший показатель. Этот полумарафон, он является частью беговой лиги. Бегут очень, опять же, титулованные спортсмены. Иван Гешко – это чемпион Европы, участник Олимпийских игр. То есть я думаю, что со временем в Одессу приедут и эфиопцы, и кенийцы, которые тоже будут бежать. Маршрут составляли с учетом архитектурных особенностей города. На дистанции участники могли полюбоваться историческим центром, пробежать по Французскому бульвару и трассе здоровья. Старт и финиш полумарафона уже традиционно состоялся возле оперного театра. Дуже місцева горбистість, така доріжка здоров'я, як вона правильно називається, але можу сказати, для професійних спортсменів і саме для такої дистанції півмарафон вона досить складна. Для любителів дійсності, ті, хто пробіг тільки в перший раз, якщо вони її подолали, то це досить є хороший показаний результат. На дистанции 21 километр практически нет новичков. Менее опытные спортсмены бежали 10, 5 и 2 километра. К радости победителей в этом году возросло не только количество участников, но и сумма призового фонда. Теперь она составила 50 тысяч гривен. Номер один – Грицак Юрій! Поки що сміливо можна сказати, що Юрій Грицак – це абсолютний чемпіон одеських півмарафонів. Победителем среди мужчин на дистанции 21 километр уже второй год подряд стал представитель Николаева Юрий Грицак. Профессиональный спортсмен, бегом занимается 15 лет. Хотелось поначалу улучшить результат, потому что я думал, что трасса будет такая же, такого же плана, как в том году. Лучшей среди женщин стала одесситка Валентина Полтавская. В этом году спортсменка пробежала на 4 минуты быстрее, чем в прошлом. Очень рада, что выиграла здесь. Дмитрий Боровецкий и Яна Туренко. Первый городской.